Давай, давай, строй. 5 цветов у нас уже есть. Нам нужно больше, чтобы украсить нашу елочку. Елочку в деревне. Вон, мы, кстати, можем продать елочку наркоманам Петровичам. Это бизнес. Будем ходить по всему городу, всем строить елки. А если у нас будет так много всяких разных игрушек, цветной шерсти, так это вообще мы с тобой столько бабок поднимем. Ты просто себе представить не сможешь. Бар Константина украсим. Туда тоже надо. Кстати, сейчас пойду проверю, сколько там у нас уже шерсти-то накопилось. Ага. Давай, давай, вот иди, иди. Тут уже хорошо. Ты там уже достроила, а? Вот мне тут стекло, ты мне блоки, вот желтый бетон ты мне на кой черт дала? Куда мне это все девать? Снизу, вот эти все стенки застраивай снизу, давай быстренько. Так, сюда редстоун пердососим вот сюда и... А притащи мне еще один раздатчик, он где-то там в сундуке валяется. И вот эту, и овцу сразу сюда притащи и затаскивай ее сюда внутрь. И стекло мне выброси, чтобы здесь все застроить. Только давай по Шурику. И стекло тебе вот выброси, и стены тебе застрой. За овцой сходи. Слушай, ну я столько не могу сделать одновременно дел. Сейчас все по очереди, подожди. За овцой иди давай! Сам ты овца! А ты вообще уверена, то, что нам столько вот этих вот ферм нужно? Мы же просто можем две фермы сделать и время от времени цвета чередовать, а не на каждую овцу каждый раз новую ферму делать, а? Ты вообще нифига не бизнесмен. Время, деньги. Так мы с тобой много цветов построим, они сразу будут появляться. А вместо того, чтобы там ходить, что-то менять, я тебя овцу привела, кстати. Ну, в принципе, на. Да. Все, затаскивай ее давай сразу же внутрь. Так. А почему она фиолетовая, если фиолетовый цвет у нас уже есть? Мы же на желтый договаривались. Она не фиолетовая, она пурпурная, прошу заметить. Ага. А где желтая? Не знаю, там желтой не было. Слушай, ты либо бери пурпурную, либо иди сам, ищи себе овцу какую-нибудь. Так, ну одну я уже нашел, очень красивенькую, и вот эту очень прекрасную, да. Так, берем, красим ее. Все, вот, и больше ее не перекрашивай, вот отпускай, она будет желтой. А сейчас самое сложное, ее как-то туда внутрь надо затащить, вот про... А че она синей стала? Не знаю, а че она синей стала? А у меня больше красителя желтого нет, это последний был. Ну и все, тогда она будет пурпурной. Затаскивай ее туда, давай внутрь, а я пока здесь еще наш механизм построю. Господи, что ж так сложно, где мой вот этот топор? Пурпурная, желтая, да какая разница? Так, пошли, овечка, пошли, давай. Вот я даже не знаю, кого больше жалко, тебя или овцу, которая одна кокнулась, другая сбежала, и сразу минус две мои фермы. Вот я тебе говорил, то, что эта желтая ферма проклятая какая-то. Слушай, ты, а ты что, даже не мог его убить, что ли, ты, а? Ты я пытался, только ты давай по сторонам в следующий раз смотри, идут там сзади криперы или нет. Я сейчас это все заново перестраивать не буду, ну в задницу. Кошмар, он забежал прям к нам вместе, да что я могла сделать? Это ты виноват, ты не защитил нас с овцой. Вот в следующий раз будешь меня слушать, когда я тебе говорю, то, что 5 вот этих ферм нам хватит. Ты потом будешь сама это все перестраивать. А сейчас иди сюда за мной, потому что у нас немножко другие планы. Ты, кстати, знала то, что мы с тобой, ну как тебе сказать, ну, тупые. Но это я знала всегда, а что не так-то, а? Да, просто... да, да что ж ты, нечисти так столько-то. Короче, пойдем переспим, давай быстро, иди сюда. Ну, я за. Вот подписчики в комментах умные люди. Они всегда там вот прям умную фигню пишут. Ну, чаще всего они там пишут какие-то интересные факты, которые вот прям совсем не интересные. Но да ладно. Я, короче, прочитал то, что все же свечи на нашу елочку можно будет подонить. Давай лишний шум, у нас же сигнализация. Так это же наш дом. Ну так сигнализация нас тоже сигнализирует, то, что мы пробрались в наш дом. Ну все, тогда пойдем. Все же свечи можно будет ставить на нашу елочку. Мы просто это неправильно делали, оказывается. Нельзя ставить свечи на елку, я пыталась. Можно ставить свечи, давай. Вот сейчас мы собираемся спать, а уже утро на улице. Ну ладно, какая разница, все, давай, запердухивайся. Свечи ставить можно. Мы просто с тобой это немножко неправильно делали. Вот у тебя есть свечи, вот есть свечи. Сейчас я вот эту свою фиолетовую сломаю со своего столика косметического и пойдем. Все, давай, встречаемся возле нашей елочки. Давай, дверями не стучу, у нас сигнализация. Да я сейчас уберу эту сигнализацию, нафиг, бесит она меня уже. Вот иди, иди его запердохай. Вот иди. Тебе надо учиться и убивать криперов. Вот давай, иди аккуратно, главное. Только смотри, чтобы он нашу елочку не разнес. Я умею убивать крип.
вампиров. Сама ее будешь пересраивать. Да ничего даже не произошло, тут только земелька чуть-чуть кокнулась и все. Ну вот, может быть, чуть-чуть блоков вот тут не хватает у ствола. Слушай, он сам виноват. Залезай сюда наверх, сейчас будем тебя учить и себя же, потому что я тоже как бы это не знал, ставить свечи. Вот, давай, поднимайся вот сюда. Короче, вот поставь свечку на вот этот блок листвы, давай, поставь. Да я тебе говорю, вот, не ставится. Не могу. А сейчас сдрысни отсюда, сдрысни вот туда в сторону, сдрысни. Вот, я сейчас возьму, сломаю вот эту вот листву, на ее место поставлю блок земли, и вот сейчас поставь на блок земли свечку. Ну так и что, это же некрасиво, это не листва, а земля. А сейчас мы с тобой возьмем, сломаем блок земли и обратно поставим листву, и вот, вуаля, подписчики умные люди, а мы с тобой тупые. Нифига себе. Да это какая-то нечисть вообще непонятная. Нужно срочно здесь все осветить. Это демон вселился сюда. Так нельзя. Иди поджигай давай свечку. Поджигай ее. У меня зажигалка сломалась. Иди домой за зажигалкой. Вот, короче... Да ёпрасте! Вот так сейчас мы будем освещать всю нашу елочку. Вот везде. У нас, короче, будет такая нереально красивая елочка. Столько свечей будет. Ты себе даже представить не сможешь. Да, но только не сейчас. А в следующей серии. А сейчас пошли за мной. Да ты издеваешься надо мной, что ли, а? Мы все никак с тобой елку нарядить не можем. Это дело 5 минут. Там просто, знаешь, всегда оно что-то как-то не очень вовремя получается. Там это... Новое обновление? Да, ты как угадала? Я даже сказать не успел. Знаешь, тут трудно не догадаться на самом деле. Когда мы делаем что-то одно, а потом резко вдруг бац, и начинаем делать что-то другое. Ага. Жопу в руки и побежала за мной. Я тебе сейчас такое покажу. Просто от милости обкричишься. Вот честное слово. Ой, я не верю тебе. Ага. Гнилая плоть, сушеная ламинария, плод хоруса. Так, здесь у нас яйцо, это не то пусто. Так, здесь у нас опять гнилая плоть. Так, и здесь пусто. Чё, мы бомжи-то такие, у нас еды даже дома нет. Так, здесь у нас свекла, свекла нам не нужна. И 2,5 стака иглобрюха, ага. А чё ты ищешь-то, а? Да нам это, рыба нужна, только необычная, а тропическая. Как оказывается, тропической рыбы у нас нифига нет. Ну тогда доставай свою удочку, давно мы с тобой не рыбачили, и пошли на охоту за рыбами, давай. А я ничего не поняла, ты сегодня себе хочешь экзотический ужин устроить или что? Зачем тебе тропическая рыба? Потому что с помощью тропической рыбы можно приручить аксосотля. Кого-кого? Аксосостли. Вот. Акселерометр? Аксосотль. Актосотль. Кого ты там сосотль так хочешь? Да я в душе не знаю, как эта фигня называется. Каждый раз какое-то сложное название придумывают. Короче, иди вот сюда. Актосотль. Короче, дичь какая-то. И без разницы. Его можно приручить с помощью тропической рыбы. Поэтому, Катюха, мы же с тобой давно вот эту семейную рыбалочку не устраивали, а? Мы с тобой рыбалочку-то не устраивали, но я сейчас нифига вообще не понимаю, и почему мы с тобой не воспользовались метро? А, кстати, у нас же метро есть. Ну какая разница? Короче, нам надо хотя бы 5 штук тропической рыбы. Вот давай, кто первый словит, тот и самый лучший рыбак. Смотри, вот сейчас беру, закидываю удочку, и мне сразу же выпадает тропическая рыба. Смотри, вот просто смотри. Смотри. Если тебе с первого раза выпадет тропическая рыба, то я тебе завтра, я не знаю, я тебе машину завтра новую куплю. Так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ага. Иглобрюх, но все равно, смотри, могла бы быть треска. Это не тропическая рыба. Так, давай я тогда попробую, где моя удочка. Давай. А если мне тропическая рыба с первого раза выпадет, то что? Я тебе не куплю машину. Ага, ну вот, тогда хорошо. Раковина! Что, в этом океане, что ли, рыба закончилась? Я ничего не могу понять. Дай еще раз. Раковина выпадает. Чтобы колесо от машины мне бы выпало, кроме тропической рыбы. У меня сейчас будет. Тяни! Лук! У тебя лук! Лук зачаренный! Зачаренный лук на прочность 3 и силу 4. Нифига, у меня иглобрюх! Все, третий раз, я больше ничего ловить не буду. Вот сейчас, если кто-то вообще зачарованную книгу какую-то на прочность достанет, но тропическую рыбу мы не выбьем, это реально уже издевательство какое-то будет. Тащи! Тащи! Треска. Эх, отстой. Что это у тебя? Лук на силу 3!
Этот океан у нас точно испортился. Мы поймали с тобой за 6 раз одну единственную рыбу. Ты понимаешь? Он все, это все, сломался он. Одну рыбу и 2 лука. Ладно, будем действовать другим методом. Идем домой, берем ведра и плывем с тобой в теплый океан. Вот там-то как раз-таки водится тропическая рыба. Давай, пошли. Декабрь на улице, какой теплый океан, о чем ты? Сейчас все сама увидишь, это там, где кораллы. А, ну хорошо, мне сразу все понятно стало. Игла-брюх поет. Ну так вот, это он и есть теплый океан. А вот там вот наши тропические рыбки, они водятся только вот здесь. Ведра в зубы бери и давай. Нам нужно словить ведро хотя бы это, подожди. Да, как ее ловить-то, ядрить-то колотить, она вообще не ловится. Опа, а вот что, так. Удочкой-то нельзя, что ли? Да удочкой нельзя. Так, одну словил, вторую словил, и давай сразу же третью ловлю. И ты тоже давай лови, ты где? Я словила 3 ведра воды. Ну, а сейчас ведро воды, лови вот это рыб. Сейчас, погоди, надо подышать. О, а давай этого чубзелета словим, а? Мы посадим его в аквариум к нашим рыбам, будет так сидеть. А чё он не ловится-то, а? Да помоги мне, что ты смотришь? Давай его словим, скорее, пока не ушел. Кать, давай. Утопленника ведро нельзя словить. В ведро только рыбы помещаются и аксосотли, которых мы сейчас тоже находить будем. Да фу, так неинтересно, скучно. Ты словил эту рыбу, а уже? Словил. Все, давай, поплыли чуть дальше. Вот и тот, за кем мы с тобой, Катюха, охотимся. Он прям сюда к нам плывет. Акселерометр? Или кто он там? Аксососотль. Так, подожди. Кто там? Раньше времени не кричи, пожалуйста. Так, посмотри направо, посмотри. Так, он под нами. Налево, посмотри вот туда. Иди, это кто? Это что же? Это маленький дракончик. Это кто? Это почему так? Она так это... Прыгай в воду, давайте вот сюда. Прыгай в воду. Подожди, это тропическую рыбу. Какая тропическая? Вот у меня тропическая рыба в ведре. Смотри, он ко мне плывет. Возьми ты тропическую рыбу в руку, давай. У меня нет тропической рыбы, подожди. Это же как маленькая ящерка желтая. Иди ко мне сюда. А ее можно словить? Ну да, подожди, сейчас скокнемся. Ее можно словить, если по ней тыкнуть вот этим ведром с водой. Ее тоже можно ловить. Я словила! Вот! Ты смотри, посмотри сейчас руку, как он выглядит. Она розовой стала. Я ее убила? Не, это пока еще баги в Майнкрафте, это еще не настроено. Можно словить желтого, но потом выпустишь ее на свободу, и она розовой станет. Но это баги, это пока баги. Так это поехали домой скорее, пока она еще розовенькая, я хочу на нее посмотреть. Подожди, кстати, вот эти аксососотли, они тоже на рыбу охотятся. Ты посмотри, сколько вот этих трупаков водных на воде плавает, они рыбу просто кукарачат. Нифига себе, так это же можно их на охоту пускать, а потом мы будем собирать себе эту рыбу, а? Они, кстати, еще могут нам помогать убивать вот этих утопленников. Если утопленники нас атакуют, они будут нас защищать. Короче, нифига себе. Я тебе вообще предлагаю дома аквариум вот такой сделать с аксимилом. Акселерометрами. Да, именно вот этими. Ну все, тогда забирай, скорее поехали домой, выпустим к нашим рыбкам. Ага, они их перемочат все. Ну да, логично. Ща, подожди ты, гуляй, Вася, как эту рыбу выпустить? Вот иди отсюда, а я словлю еще одного вот этого, чтобы у нас пара была. Мы их дома потом зачики-бамбоним, и они маленького оксимилом. Господи, что такое имя сложное у них? Их еще можно чики-бамбомить? Можно чики-бамбомить. Ты хватит от меня отплывать! А, все! Все, а сейчас домой, Катюха, домой. Все, заправляемся в лодку и валим. А моего акселерометра назовем Машка. Твоего акселерометра назовем, как я даже не знаю, каких у нас еще имен-то не было. Олег. Олега не было у нас еще. Так, а еще мы потом детеныша сделаем. Детеныша мы назовем Гвидон. Как? Гвидон. Маша, Олег и ребенок Гвидон. Мне кажется, очень романтично даже. Все, так и будет. Так, все, высандаливайся, иди сюда за мной, куда-то вот туда. Можем их пока поселить в наш вот этот аквариум без стенок. Главное, чтобы они оттуда не выплыли и потом не кокнулись. А на самом деле, о чем мы?
Мы как бы вообще можем вот так, мы их можем вот так вылить и все, и он просто здесь будет у нас гулять, вот, а вот сейчас ты можешь... Ты что, дурачок, что ли? Скорее, в воду его, он же сейчас как Ярик, сухопутка, кокнется, и все, ты что, маленький, давай к воде, налево, налево. Это водно-сухопутные существа, они как и в воде могут ходить, так и на суше могут ходить. Они на суше до 5 минут могут ходить, и только потом они будут кокаться. Слушай, ну он на суше какой-то коричнево-какашечный стал, а вот в воде он розовый, ну-ка, чпёма, его тоже можно. У тебя тоже коричнево-какашечный стал. Блин, ну давай их, они лучше будут у нас в воде находиться. Ладно, все, забирай его. Так, ну тогда вот сюда, в этот наш аквариум берем. И вот, а сейчас он у меня вообще какой-то красивый синий получился. Нифига себе, он бело-розовый, и он на сушу уполз. Слушай, а давай их вот это зачекибомбоним, а? Давай, а чем? Так, подожди, тропическая рыба для этого и нужна. Так, дети мои, вот сюда, давай за мной, не вываливайтесь, пожалуйста, из вот этого аквариума. Перетащи его сюда. Так, давай, иди сюда, иди скорей. Вот, все, он залазит, залазит, давай. Кормим тебя, сердешки, и кормим тебя. И давайте, детишки мои, давайте. Дрюки-шпуки. Гвидона надо, Гвидон, а ничего... Требую Гвидона. Требуем Гвидона. Ну, я ж покормил. Чё-то они лентяи какие-то, чё-то вообще них ничего не хотят делать. Скорее всего, им не понравилось имя Гвидон. Может быть, да. Попытка номер 2. Давайте, сейчас 2 розовеньких. Я вас еще даже один разочек покорму. Да, давайте, так кушайте, кушайте, дети мои, давайте. Гвидончик! Гвидон, ты наш родненький, желанный! Ты смотри, его батя так сильно обрадовался, то, что пошел в нашу джакузи, даже вот это праздновать, ты смотри, как ему там хорошо! Да вы же наши хорошие, все, все, мне больше даже те лисы из того леса не нужны, все! Только не говори, пожалуйста, что ты захочешь отдельный аквариум, где мы только... Да! Я еще даже не договорил! Ничего, не просто не говори, да! Да, я тебе на все отвечу, да. Мне кажется, это обновление Майнкрафта специально для тебя сделано. Тут у нас и аметисты, тут у нас и гвидоны, и вот это все остальное, и аксимилиометры. Так они еще и розовые. Они еще и розовые, да. Хоть бы так всегда осталось, а, пожалуйста. Ну, я вижу то, что ты ему, в принципе, понравилась. Ну, мне тоже нравится, у нас, короче, любовь.